На Женевский автосалон привезли электрокар, который произведет настоящий переворот в автоиндустрии. Главной фишкой этого автомобиля стала система так называемых жидких проточных батарей. Электроэнергия в них вырабатывается за счет прохождения двух отдельно запасаемых жидких составов через специальную ячейку. Куантина обладает мощностью в 109 лошадиных сил, разгоняется до 100 км в час менее чем за 5 секунд и развивает 200 км в час максималки. Отметим, что Куантина получил официальный допуск в Европе.